Будущий педагог Елена Лашкина одна из первых записалась в волонтеры, когда поступила учиться в институт. Собрала активных студентов в экологический отряд. Администрация железнодорожного района Самары попросила помочь убрать мусор на берегу Самарки в районе Южного моста. Нужны были 20 добровольцев. Елена Лашкина привела 40. Волонтеры волонтерами, да, они будут убираться, да, они будут ходить на экологические акции, но от этого ничего не изменится, если у народа не поменяется отношение к окружающей среде. Как они будут мусорить, так и будут. Просто нужно понять самому человеку, что он живет в этой окружающей обстановке, и она должна быть ему самому приятна. Для экологической акции «Чистый берег» администрация предоставила лопаты, грабли, мешки, погрузчик и два грузовика. Мусор 16 соток в районе Южного моста вывозили на свалку 6 часов. Мы хотим помочь, то есть почему нет? Если будет чище, и нам хорошо, и всем вокруг. Третью осень студенты самарских учебных заведений выходят на берег Самарки убрать мусор, бытовой и строительный. Вывозят на свалку ежегодно по 20 грузовиков, а мусора меньше не становится. Возмущаются экологические волонтеры. В том году было на самом деле очень много мусора. Находились и запчасти автомобилей. Попытались собрать автомобиль, не получилось. Не хватило завести, чтобы его... двигателя. Ну а так очень много разных именно мелких бытовых отходов. Цель всей этой акции – это предотвратить попадание бытового мусора в реку Самару, потому что из реки Самара собирается вода, вот, и которую мы потом пьем из наших, так сказать, кранов. 10 институтов и 5 колледжей. В общей сложности более 200 волонтеров приводили в экологическую норму Самарский берег. До этого студенты приводили в порядок загородный парк. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.